Всем привет, дорогие зрители канала, с вами Назар, и мы продолжаем играть за понт в прошлой серии. Как вы помните, меня позорно разбили здесь два раза, одну армию, которая стояла в городе, вторая попытка, я сделал попытку атаки на вот этот город, и она также потерпела неудачу. Расстреляли нас, и наши войска убежали. Так, мы здесь ведем какое-то строительство. Вот здесь идет селюки, также идет. Это здание нет смысла перестраивать, так как оно и так работает. Есть возможность улучшения наших войск. И сейчас будем ждать ответ Армении на наши действия. Тут у нас идет еще одна армия с юга на помощь. Вторая армия идет с наших центральных провинций, где она разобралась также в прошлой серии с повстанцами. Общественный порядок там опять продолжает падать. Все прут и прут и прут эти повстанцы, все никак не успокоится. Куда их только столько берется, не понимаю. Там как-то выглядит тупо, знаете. Вот на Батее огромные войска у нас на границе, но у нас вроде как договор не нападение или оборонительный союз, что-то в этом роде. Еще оба Мазаки, восстание Эдесса. Новые задания: создать армию в следующем поселении Селевкия. Казна плюс 500. Селевкия, да, нам как раз здесь и нужны здания. Эдесса, это у нас Месопотамия. Порядок растет, плюс 20. Если мы вот это построим, уменьшится минус 4. Ну, даст плюс 4 пищи. Мы это будем, конечно же, строить. Мы можем себе это позволить. 3 балла уничтожены. Трущобы. Мазаки. Трущобы мы сносим. Очень дорого, 500. Тут также общественный порядок очень хороший, так что можно построить. Пища никогда не будет лишней. Так, Песенунд. То же самое. Пища минус 2, но даст ход плюс 1. Доход немножко увеличится. И скорость исследований на 1%. Хотя подождем пока что. Если построить вот это, а тут порядок минус 1. У нас тут порядок такой шаткий. Видите, вот опять бах, не показано постройки в Эфесе. Вот здесь также не показалось. Вот такой какой-то графический баг еще присутствует в этой игре. Ну, конечно же, меняем. Плюс 10% от торговли. Пока что это не показано. Это будет видно уже на следующий ход. Амфитеатр в Антиохии построился. Вот, пропал этот баг. Теперь мы видим, что тут происходит. 1400. Ну, пока что нужно подождать, не строить. У нас 1800 денег. Так, эту армию мы переводим в Тушпо. В качестве гарнизона поставим. Вот, нужно улучшить также немножко порядок общественный.
режим пока что нельзя сменить перехода. Так, смотрим. Тут они никак не выросли численности. Что мы можем взять из наемников? Здесь никого. Здесь можем взять стрелков. И наконец-то взять этот город. Так, тут армия. Может нанимать кого-то. Можно кавалерии нанять. У нас только 3 отряда. Давайте поставим сначала ее в город. Немножко хотя бы остановить падение порядка. Так, 6 мечников. Хорошо, берем один вот этот гоплит. Один. И даже 2 можно взять. Или взять лучше. Нет, давайте лучше возьмем 2 пикинера. Они более дешевые. Плюс у них очень большие пики. Так, здесь же. Так, нанимать нет времени. Так, лучше, наверное, конница. Так, конницу возьмем. И попытка номер 2. Атаки. Нет уже денег. Хорошо. Как видим, тут подошли трапезунды. Войска трапезунда. Они, наверное, помогут нам. Да, можно было и не нанимать это наемников. Тут расчет. Сейчас мы их распустим сразу всех. Чтобы не жрали на деньги. Купируем город. Ранг у нашего полководца также вырос. Так, берем на воина. Перестраивать тут нечего. Спускаем. Денежка нам сейчас очень нужна, чтобы перестраивать здесь все строения. И тушпа, и арсамусата, а затем и армавир. Так, как видим, только снести. Нет, а нажал. Да, перестроить не хватает нам денег. Может, нам трапезун подкинет какие-то хоть немножко. Так, 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 где у нас вот дипломатия. Трапезун, трапезун. I am honored to receive you and look forward to your erudite arguments and witty quips. Не хотят. К сожалению, не хотят. С кем у нас еще хорошие отношения? Тверские скифы, не хотите ли вы поторговать? Не хотят. Тут не все зелененькие хотят. Вот Афины. Отлично. Увеличилось где-то в районе 200 монет. Прибыль наша от наемные убийства. Шансы слишком маленькие. Да и нет денег на более лучшие действия. Этот мужичок пусть пока что стоит. И также давайте посмотрим, что мы там исследовали. Не то.
Вот. Удобрение мы завершили. Так, это не то. Хочу просто знать, что оно нам дает. Вот, удобрение. Растительные каналы. Доход плюс 3. Стоимость аграрных минус 3. Так, если мы все отдать разведаем, будет пища плюс 3. Хорошо, давайте так и поступим. А затем уже пойдем по военной ветке, поскольку нам нужно улучшать наши войска, так как они уже, как видите, не очень-то хорошо справляются с вражескими, а когда пойдут еще более лучшие войска у наших врагов, например, там Египта, пока что они нам не видны, они, думаю, понятно, что они будут нас превосходить. Египет продолжает маневры. Говорят, война фигня, а главное маневры. А мы ждем свой ход, чтобы продолжить наступление. Так, вражескому агенту что-то удалось сделать плохое. Армения, как видим, отправила свои войска нам навстречу. Нужно будет их перехватить. Но тут есть также Трапезунд. Ну, у них небольшая, конечно, армия. А, у них, кстати, как видите, черепки нарисованы над войсками. Значит, голод, наверное. Что очень радует. Плюс сейчас еще попробуем травануть их. Будет вообще супер. А это кто такие? Повстанцы? Ну ладно, это расчет, тут мы проиграли. Да. Как-то не везет нам с этим городом. И потеряли очередного генерала. Выздоровел. Отлично. Так, у нас есть много денег. И тут шансы маленькие. Да, у нас очень плохой агент. Он все еще не прокачан. Отправим куда-то его подальше. В земли Армении. Очень-то хочется аж туда идти, к этому поселению. Ну, очень далеко. Да, тут войска, можно считать, разбиты. Включаем обычный режим. И атакуем столицу вражескую. Атаковать тут, конечно, нечего. Решительная победа, оккупируем город. А, и чуть не забыл, нам здесь нужно собрать войска по заданию. Попробуем восстановить наследие, яростные химеры, восстанавливаем. Берем защитный юнит, отлично, казна плюс 500. Это можно было сделать и на прошлом ходу. Ладно. Стоп. А, это мятежники. Еще с ними нужно разобраться.
Ладно, будем нанимать войска. Ага, уже наняли. Конечно, такие войска, что одно название только. Хорошо, нарушили границы. А тут достаточно нехилая такая армия. Так. Тут у нас уже полный стек. Следующий ход. Ой, а тут Трапезунд. Он может перехватить у нас этот город. Надеюсь, они этого не сделают. В Тушпе можно уже начинать перестройку. Более она дешевая. Строим усадьбу. Она мне больше нравится. Армавир. О, Анвития у нас уже минус один. Было плюс 11, уже минус один. Внезапно. Ну что ж, будем строить. На пищу. Здесь также плюс пища. Песенути вроде было. Да, вот. Порядок, конечно, уменьшится. Пожертвуем порядком. Ради пищи. Ну, хорошо. Пока что все идет нормально. Надеюсь, Трапезунд не подкинет нам такую свинью и не захватит этот город. У них так армии далеко вроде стоят. Это слабенькая, она вряд ли сможет взять этот город. Ну, будем надеяться на лучшее. Хорошо. Ангей неприсвоенный. Вот, отрада отцов-основателей. Давайте что-то возьмем себе. Это нам не нужно, мы не грабим города. Вот это неплохая штука. Оборона тоже так себе. Общественный порядок. Наступление. Вот это уже получше. Это флотский. Давайте в наступлении будем брать. Хорошо. Пропускаем ход. Мидия Тропотена рядом с нами. Здесь тусуется. Не очень-то мне это и нравится. Так, армяне. Что они делают? Наверное, попытаются прорваться к своему последнему поселению. Да, им ничего больше не остается. Опасное достаточно передвижение войск Мидии. Засада. Мы напали на Армению. Возможно, отказаться, но я поддержу моих союзников. Полярный опыт нам не помешает. Давайте отпустим пленных. 19 человек. Будем добренькими. Так, а тем временем
Селюкиды нападают на нашу армию, которая стоит в гарнизоне. И тут у нас шансов абсолютно никаких. Только немножко убьем им войск. Случайное поражение. Хорошо. Так, у нас увеличились традиции. Полиоркетика. Глубинное познание у полиоркетики позволяет сэкономить на стоимости метательных машин и осадных орудий. Совершенно бесполезная штука. Пища продолжает падать, хотя, как вы видите, я последние ходы сосредоточился почти в основном на строительстве зданий, которые наоборот увеличивают производство пищи. Вот и сейчас буду также строить. Так, тут пища уменьшится. Этого делать ни в коем случае нельзя. Тут хотя бы остановилось рост, точнее падение порядка. Пища плюс 4. Ну, нужно строить, ничего не поделаешь. Тут еще уменьшится пища. И мы берем этот город. Отлично. Таким образом у нас получается полная провинция. И мы сможем издать наконец-то свой первый региональный эдикт. Как видите, наша кавалерия теряет постоянно свою численность. Традиции улучшаем. Урон ближнего боя и стрелковых отрядов. Так, это не нужно. Дальность перемещения на компании плюс 6%. Думаю, что это возьму. Плюс бонус к натиску 4%. Так, здесь у нас уже голод начался. Тушпа или Арсамусата. Да, давайте здесь перестроим на усадьбу. Также перестроим поселение на наше. Еще немножко осталось денег. Ну, я их не буду тратить. Дура Европас. Она относится к провинции Антиохия. Но войск здесь нет нормальных. Так что продолжим свое путешествие. В ускоренном марше. Пойдем. Пожалуй, будет так. И нужно на батарею отбивать наших давних врагов. Не на батарею, а Эдессу. Уже у меня запутывается язык. Так, строительство я вроде как не вижу нового доступного. Давайте посмотрим, что у нас тут. Нам нужно увеличить. Вот это хорошая штука. Наверное, что это возьму. И посмотрим, что у нас еще есть. Наемники более дешевле. А, возможно, здесь... Вот, позволяет строить средние осадные машины. Может, возьмем? С варварами. О, содержание всех сопутных отрядов минус 4, боевых дух отрядов плюс 8. Берем боевых дух
нам нужно повышать. Что построим лучше, посмотрим. Ну, думаю, алтарь Посейдона. Это такое самое хорошее строение из всех культурных, которые нам доступны. Оно дает и пищу, и общественный порядок. Ну, думаю, что это хорошо. Давайте пропустим еще один ход. А, точно. Я же говорил, что нужно издать эдикт. Так, призыв. Стоимость набора минус 20. Возможность плюс 1 набора. Доход от торговых сооружений. Пища плюс 4. Общественный порядок плюс 4. Налоги плюс 5. Хлебезрелище. Это самый лучший эдикт, которые есть. И порядок, и пищу улучшает. А пища тем временем у нас уже плюс 2. Значит, наши отряды перестанут терять свою численность. Так, закончим мы войну с армянами. Мирный договор. Не, ребят, нужно уничтожить. Тем временем они нападают нашу армию в гарнизоне. Так, тяжелая победа. Ну давайте хотя бы так. Хорошо, пленных убиваем сейчас. Нужно здесь собрать армию, иначе вторую атаку я не выдержу, наверное. Военный союз нет. Нам нужны их земли, а не военные союзы. Так, опять какие-то повстанцы. Ставим армян Трапезунду. Восстание Тушпа. Эпидемия Тир. Это не наши. Давайте вас распустим, ребята. А возьмем здесь армию, соберем. Вот наш парень из нашего семейства, яростные химеры. Восстанавливаем. И будем нанимать войска. А, тут войска. Так себе. Ну, хотя бы стрелков возьмем. И не забудем поставить город. Нашу армию. Население в гневе. Армения. Хотя вроде как порядок восстанавливается. А, ну правильно. Поднялось восстание. И теперь порядок растет. Отступили. Попробуем догнать. Убиваем повстанцев, чтобы они нам тут не мешали. Вернуться они не могут. Поставим на ускоренный.
Вот так. Может, попробуем убить его? 23%. Противник убит. Отлично. Ранг вырос. Нет, не вырос. Так, войска наши идут на Эдессу. Врага что тут? Остались почти разбитые войска. Тарсус, давайте. Будем расти или не будем? Давайте будем. Почему бы и нет? Мазака получаем пищу. Так, тут нечего строить. Селевкия. Тоже нечего, но нужно собрать армию. Ну, берем какую-то любую. Немножко пусть увеличивается. Точнее, уменьшается спад нашего общественного порядка. Ну, вроде все как действия сделали. Так, что он делает? Рост заход плюс один. И культуру улучшает. 73%. Здесь наша культура уже. Может его перевести вот сюда. Да, лучше. Думаю, что так будет получше. Так, здесь с культурой проблемы. Хорошо, ребят, на этом буду заканчивать эту серию. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Назар. Всем пока.